Я очень рад. И специально приехал сюда вместе со своей командой, я лично, чтобы поддерживать наших спортсменов. И мы с вами тоже. В первую очередь те, которые поднимаются на пьедестал, ну и остальных, поскольку, может, не на этой Олимпиаде, но ведь я, насколько знаю, средний возраст у нас еще очень маленький. У нас большие перспективы. И впереди еще, я думаю, для многих не одна Олимпиада. Расскажи, пожалуйста, что такое посол Сочи 2014. Мне очень интересно. Ну, это моя 7-я Олимпиада. Говорят, что я от артистов, как Демченко наш, тоже долгожитель в спорте. Правильно, должны быть традиции. Здесь нравится больше всех предыдущих. Во-первых, потому что это дома. Во-вторых, очень приятно, что мы сделали праздник для всего мира такой красивый. Это самое главное. А посол – это то, что максимально привлекать внимание к тому, что здесь происходит, и показывать тем, кто еще сомневается, как здесь хорошо, что праздник в Сочи – это великолепная возможность порадоваться жизни, жить с улыбкой, с уважением к другим, к своим гостям и в мире согласия. Вот что самое. Я абсолютно согласен, поскольку ежедневно проходит десятки тысяч гостей Олимпиады, волонтеров, спортсменов, участников, и все как один утверждают действительно, что красиво, удобно, уютно и действительно домашняя Олимпиада. Он пришел с всей семьей на весь день. Замечательная возможность продемонстрировать, что русские умеют делать хорошо. И то, что мы действительно очень гостеприимные. Конечно, мы добрые, широкие, конечно, и веселые. Вот какие русские. Как твоя резиденция? Ну, во-первых, я хочу сказать, я вижу детишек счастливых, которые ждут к вам зайти, прикоснуться, поговорить, посмотреть на русский снежок, на пленочку. Улыбнуться лишь раз. Потом пойти посмотреть наши вологодские промыслы, только что я видел. Зайцы из коры, из берез, как чернение по серебру делается. Чтобы помнить, как бабушки, прабабушки и прадедушки еще сохранить это для будущих поколений. Ну и прикоснуться вот к самому главному, для чего мы это с вами сделали. Чтобы побольше проводили время на свежем воздухе. Поменьше у телевизора, у компьютера. Поменьше у телевизора, у компьютера, побольше двигались. Встали, взяли клюшки, научились играть. И может быть, взяли гитары в руки. Может быть, гитары. Но только после свежего воздуха. Отлично. И хотел сказать, что отмечают отличную программу вечернюю. Ну и за это я ручаюсь. Самых лучших пригласили артистов. Да, и здесь выступают ребята великолепные. Мы там у нас в Боско-доме встречаем гостей после соревнований, все подводят итоги. На моей сцене лучшие коллективы. А мастера какие к нам приезжают. Вчера Петисов заокеанский кубок Стэнли привозил посмотреть на него вместе. Великие мастера, Валера мой тезка Каменский приезжал, тоже обладатель кубка Стэнли. Зарубежные приезжают мастера великие. Катарина Витт вчера была такая фигуристка, двукратная олимпийская чемпионка. Да и наша Ира Роднина заходит все время. Так что ждем в гости. Я понимаю, что вы здесь. Ну, на почетном своем месте будем вам направлять детишек из города. Те, кто еще не заехал, чтобы сидели. И в подтверждение своих слов о гостеприимстве я хотел бы вручить от себя. Спасибо, Дедушка Мороз. Сувенир. Как в детстве с подарком от Деда Мороза. Будешь Дед Мороз без подарка. И, мой хороший, приглашаю в гости на отчину. Ох, люблю я ваши края. В Ефемерный монастырь Ферапонский, да. Кириллов заезжал. И не только зимой, гостям рад. И весной. У весной как только с Паралимпиадой. Ну, как, да. И летом. И предлагаю, по доброй традиции, сделать на память картиночку. С удовольствием. А я еще попрошу, чтобы меня на мой телефон же сняли. Ребята, потому что вот так. Поднимайтесь сюда. Желание загадать еще. Желание загадать за посох держись. И по доброй традиции, у меня край лесной северный, говорим слово «шиш». Хорошо. Давай попробуем. 3, 4, 6.